прошлой Хэллоуин-серии киса Алиса раньше времени отправилась собирать конфеты по соседям, а песики вместе с Аней украсили комнату к Хэллоуину. Распаковали покупки, примерили Хэллоуин-костюмы и, конечно же, вырезали тыкву. Аня ушла спать, а пушистики не спали и в полночь вызвали духа тыквы Джека. Эй, мистер Джек, мы тебя не боимся, понял? Мы уже сейчас можем отозвать тебя обратно в мир злых духов. Не спешите. У меня для вас кое-что есть. Давайте читать заклинание «Джек, уходи» 6 раз. Джек, уходи! Джек, уходи! Джек, уходи! А вот это вам не знакомо? Это же шапочка кисы Алисы и ее мешочек с конфетами. Все-таки она их на нас собирала. Ну что, теперь поговорим? Так это ты похитил кису Алису. Но как? Я само зло, а у зла много обличий. И что теперь делать? Что мы Ане скажем? Это все из-за нас. Ну, если хотите, чтобы мистер Джек вернул ее вам, принесите мне жертву. Какую еще жертву? Капец. Пипец. Что надо сделать-то? А вы уж придумайте что-нибудь. Сделайте мне Хэллоуин подарок. Что-то мерзкое и противное. И я, возможно, верну вам вашу подружку. Уже 3 часа ночи. Мне пора. Жутких снов вам, малявки. Мы должны вернуть кису Алису. Мерзким и противным. Что может быть мерзким и противным? И при этом подарком. Может, лизун? Точно! Лизун! Давайте днем к следующей ночи сделаем ему... гигантский Хэллоуин слайм. Придется просить Аню. Главное, не выдать наш секрет. Так, надо всех позвать, у меня же для них Хэллоуин сюрприз. Ой, вы уже все здесь? Да, Ань, мы уже тебя ждем. Это прям на вас не похоже. У вас точно все нормально? Что? Да. Конечно, у нас все нормально. У нас все просто шикарно. Странно вы себя ведете. Ну ладно. А киса Алиса вернулась со своих трик-у-трит? Ой, кажется, летучая мышка упала. Как будто тут что-то ночью происходило. Ну что, говорю, принесла она вам кучу сладостей. Это все Юмичу летучую мышь уронила опять. Она ее постоянно грызет. Да, я ее постоянно грызу. Да что вы такие странные-то? Киса Алиса, говорю, где? Киса Алиса не пришла. В смысле не пришла? Она, видимо, решила по всем соседним деревням пройти. Собрать все сладости. Да, скажи, тетя Софи. Да, Юми. Все сладости собрать решила. Да, но ты не переживай. Да что происходит? Вы какие-то все очень странные. Мы просто не выспались. Да, мы всю ночь гадали. Юми, кого вы вызывали? Да, Юми перепутала, никого мы не вызывали. Я же сказала, гадали. Но ты же ее знаешь, она вечно путает слова. Ну ладно, пойду проверю Джека. Да что с ним будет? С ним все нормально, видишь? Ну ладно. Вы точно не вызывали духа Джека? Да нет, Ань, ты что, ну что, мы дураки, что ли? Ладно, позже схожу поищу кису Алису. А сейчас давайте продолжим нашу Хэллоуин подготовку. У меня есть для вас сюрприз. Ань, а это... Может, подождешь сюрпризом? Да, у нас к тебе есть просьба. Юми, хватит грызть летучих мышей. Да, видишь, это я все грызу. То есть это Юми навела здесь беспорядок, да? Конечно. Так что за просьба-то? Мы хотим сделать Хэллоуин слайм. Почему? А как же мой сюрприз? Нам просто так очень надо. А сюрприз на Хэллоуин. Да, просто мы так придумали, что Хэллоуин слайм — это типа наша жертва духу Джека. Жертва духу Джека? Ну, типа хэллоуинское подношение всем злым духам. Окей, как скажете. Хотя идея-то прикольная. Ладно, пошла подготовлю все для Хэллоуин слайма. Надо как-то порядок тут типа навести, чтобы она больше не спрашивала и не заподозривала. Как обратно этого Бэтмена приклеить, а? Нам надо заняться жертвой для духа Джека. Да, поняла, тыквой ты вернешь нам кису Алису. Юми, с ним бесполезно разговаривать днем. Он оживает ночью. Ну и что? Ну что ж, давайте начинать. Я подготовила все для Хэллоуин слайма, так как цвета Хэллоуина оранжевый, черный. И темно-фиолетовый. Ну да, и темно-фиолетовый. Такой и будет у нас слайм. А вот это что? А это светящийся фосфорный Хэллоуин скелетик. Ваша жертва, которую мы засунем лизуна. У него еще золотой зуб. И ноги и руки болтаются. Смотрите, Да, уж это нам подходит. Жуткий, правда? Да, давай начнем уже. Даже поиграться нельзя, ладно. За основу возьмем 3 вот этих баночки. Мрачных темно-фиолетовых лизунчиков. Да. Блин, они оттуда еле вытаскиваются, какие неудобные банки. Еще и рвутся. Ага, придется кусками их выковыривать. Аня, на нашем общем семейном канале Magic Family сегодня вышло то самое видео. Да, то самое про скрытую камеру. Где я поставила скрытую камеру и снимала вас, а вы не знали? Да, оно вышло. Ага, оно вышло раньше вашего, оно уже на канале. Блин. И я очень надеюсь, ребята сходят и посмотрят этот ролик. Я уже ссылку в описании оставила.
Блин, вот это стыд. Да, Софиш, ты, конечно, удивила. Я думала, ты поведешь себя по-другому. И Юмичу Покемон тоже удивила. Короче, ребят, после того, когда смотрите этот Хэллоуин выпуск, обязательно сходите посмотрите новый ролик на Magic Family. Про лабиринт тюрьму, из которой мы пытались выбраться. На скрытой камере пока они не видят. Я была лучше. Юмичу, вот вечно ты, а? Так, не ссорьтесь. Кто из вас круче себя повел? Ребята посмотрят и сами решат. Фух, последняя баночка. Как же он тяжело оттуда вытаскивается. Ань, а ты про фан-встречу ты им напоминаешь? Да, про Magic-встречу в Красноярске. 9 ноября на выставке Зоомир. Ага, я там буду с 12 до 5 вечера. Надо на Инстаграм подписаться. На наш и на Анин. Чтобы ничего не пропускать. Лучше бы сказали на канал подписаться, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. Да, до 2 миллионов еще далеко. А мы считаем, что нет. Это я считаю, я так говорю. Ой, отстань ты, Юля, вечно все ты. Это я придумала. Ну и что, что ты придумала? Какая разница, кто придумал? Эй, хватит ссориться уже, девочки. Ну, лучше лайк у ребят попросите и комментариев побольше. Ань, смешай их в один. Да, так и сделаю. И вот у нас получилась мрачная основа для вашего Хэллоуин слайма. Щелкает? Сейчас посмотрим. Ага, немножко. Вот такой вот немаленький слаймик получился, отлично тянется. Очень красивый цвет у него. Ну а теперь нужно добавить в него все остальное. А вы не боитесь, что мы его испортим? Ох, Аня. Да чем страшнее он будет, тем больше он будет хэллоуинский. Это же жертва для злобного Джека. Так, теперь давай оранжевые цвета. У меня есть два вот таких лизуна. Они оба оранжевые, но немного разные. Этот с блестками. Ага, надеюсь, у нас получится все это смешать. Так, сейчас откроем их по очереди. Начни с левого. Так, ребятки, походу это не совсем лизун. Это больше похоже на некую слизь. Ну, на банке написано лизун. Ну, это ж типа лизун, просто другого вида. Как сразу в комнате запахло? Ага, он пахнет чем-то очень вкусным. Да ну, на шампунь похоже. Да ладно, Юми, ну прикольный запах. Попробовать пожрать можно? Нет, вот тебе лишь бы что-нибудь есть. Смотрите, какая слизь. Похоже на суп. Юми, не говори это слово. На то, что из носа течет. Прикольный слизняк. Добавляй его к нам. Ну погодите, можно мне им хотя бы немножко побаловаться, да и ребятам показать? До того, как изуродовать эту прикольную оранжевую слизь с блестками в вашем будущем Хэллоуин слайме. Она реально такая слизкая, холодная, ползучая. К рукам не прилипает, но при этом не растягивается, как лизун. Она такая болтучая, как желе какое-то. Но до того, как их замешать, давайте посмотрим на вторую. Мне кажется, она будет такая же. Ну да, похоже, практически такая же. Только в ней блесток нет. Она более матовая. Ага, и как будто перламутровая. А она тоже так растягивается, как предыдущая. Она чем-то напоминает мне надутый воздушный шарик. Практически прозрачный становится, но не рвется вообще. Такой вот перламутровый, ярко-оранжевый слизняк. Ладно, не хватит уже антистресситься, давай смешивать. Ладно, ладно, вот же вы иногда бываете зануды. Сами меня попросили сделать Хэллоуин слайм, а играться с ним не даете. Да ты уже не ребенок, чтобы с ним играться. Ой, что-то мне это напоминает, ты же девочка. Или еще что-нибудь такое. Вот, ты Софи вечно так говорит про меня. Отстань, Юми. Давай, смешивай их. Что-то, если честно, я не уверена, что два таких разных по структуре слайма реально смешать в один, чтобы он был нормальным. Но у нас еще очень много разных добавок. Пока получается какое-то уродство. Но это же Хэллоуин слайм. Если совсем будет получаться какая-то... Юми. Плохой слайм. То поверь, Ань, мы исправим его нашими добавками. Ну ладно, я не слаймер, и я просто доверюсь вам. Поэтому теперь добавь его в нашего черного ниндзю. Так, черный ниндзя-слайм с белыми пенопластинками внутри. Очень тягучий. И, возможно, он действительно заставит ваш Хэллоуин-слайм быть более гибким. Потому что слизи вообще не растягиваются. Так, я сейчас его сначала выковырю весь оттуда сюда. Ага, отлично. А теперь замеси-ка их. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что все эти лизуны, они разные. И в итоге не очень-то хотят соединяться в один. Но я надеюсь, когда они согреются в моих руках, немножко подтают, и мы оставим их еще их полежать, ситуация исправится. Дайте, я не вижу ничего, дайте посмотрю. Ань, теперь добавь черную слизь. Еще черную слизь. Да. Они и так плохо замешиваются. Тут решаем мы, давай. Вот именно. Слушай нас. Ладно, слизь так слизь. Еще и такая черная. Капец. Такая маленькая слизька. Ага, Мишка. Вот это гадость, не люблю слизи. Реально, черная слизь такая странная. И вообще очень странно делать слаймы из таких лизунов. Жалко, ее нельзя съесть. Интересно, какая она? Ой, мама. А я напугала Юми. Бесит, меньше больше выделываться. Опять вы ссоритесь, девочки? А вот раньше именно Софи поддерживала покемона, по-моему. Когда ее приемные родители, Эйвен и Миша, вечно на нее ругались. Я больше не хочу ее поддерживать. Она наглая и мелкая школьница. Так, ладно, замешала я в вашу гадость эту. Сейчас сложу это в конвертик, потом сделаю рулетик и пусть замешиваются. Так, отлично, теперь надо оранжевого добавить. Оранжевого? Да, вот тот, большой тюбик. Ага, так, ну давайте посмотрим, что тут у нас. Большой огненно-оранжевый слайм. Тоже из моих покупочек, так что новенький, как и все. Нет, там не все новенькие были. Черную слизь нам прислали раньше. И ниндзю. А, да, но всех остальных я купила, они все новые. Поэтому они, в принципе, в хорошем состоянии. Так, вытаскиваем вот этот вот... Все никак не вытаскивается, рвется на кусочки. Ой, смотрите, что я заметила. У него на дне, оказывается, есть украшения, какие-то блестки. Прикольно, хоть что-то будет красивое
в вашем слайме. Упал. Смешивай их. Ща, погодите, разгляжу немножко, а то он такой красивый оказался. В бутылке он выглядел не таким прикольным. Смотрите, какие тут разноцветные блестяшки радужные. Очень классно смотрится. Я уже такие видела иногда в лизунах. Интересно, что это такое? Это какая-то цветная фольга, порезанная на кусочки? Или что это? Так, сейчас, погодите, я сначала его целиком в единую массу смешаю, а потом уже добавлю к вашему хэллоуинскому. Блин, какой же он красивый, и при этом он такой большой, плотный, шикарно тянется. Такой у него насыщенный оранжевый, прям огненный цвет. Он, конечно же, пощелкивает. Вообще, очень шикарный слайм, мне он безумно понравился, мне даже жалко с ним расставаться. Сейчас я еще немножко с ним поантистрешусь, можно? Вот такая вот толстая длинная колбаска у меня получается. Ладно, не хватит уже, давай добавляй его к нашему. Ох, как же мне его жалко, ладно, ладно. Да что значит жалко, у нас офигенный лизун получится. Просто мне кажется, что вот эти вот мрачные, темно-фиолетовые, черные, они убьют этот ярко-оранжевый цвет. Они же уничтожили наши две яркие, большие оранжевые слизи. А, не паникуй, замешивай, все будет нормально. Тем более, это же наш Хэллоуин слайм, а не твой. Делай свой тогда. Ой-ой-ой, какие мы, а? Так, теперь добавь вот эту черную пачку. Вот это? Что это? Ань, просто делай и все. И вот эту оранжевую баночку. А это что такое? Шариковый пластилин. Вообще-то это ты покупала. Да-да-да, просто я уже забыла. Ох уж этот шариковый пластилин. Он такой необычный, такой прикольный. Мне кажется, он сам как антистресс. Помните, когда мы украшали комнату и растягивали эту паутину? Вот когда шариковый пластилин тоже растягиваешь, у него тоже между частичками такие тонкие-тонкие паутинки видно. Может, шариковый пластилин это яйца пауков? Поэтому там паутина. Юми, ну вот вечно скажешь ты какую-нибудь ерунду, а? А так как это пластилин, еще из него можно лепить. Можно было бы тыкву слепить и... Но мы будем его смешивать. Ладно, ладно. Сейчас достану из этого черного пакетика то, что в нем. А, это же вроде мягкий пластик, да? Впервые вижу его черного цвета. Ань, хватит болтать. Положи это все в наш Хэллоуин слайм. И мешай как тесто. Пока, если честно, ребят, получается какая-то полная фигня. Я, конечно, постараюсь замешать эту хэллоуинскую страшную массу, как смогу. Но ничего не обещаю. Ну, берегись, тыква, Джек. Да уж, мы тебе приготовили страшное и мерзкое подношение, как ты просил. Зачем вы разговариваете с пустой тыквой? Он оживает только в полночь. Поэтому мы с ним сейчас разговариваем, потому что он нам ответить не может. А ночью будет страшно. Давайте, пока наш слайм там лежит, смешивается, наденем обратно Джеку шапку. А то покемон ее уронила. По-моему, у нас отличный слайм получился. И правда хэллоуинский. Так, после смешивания он полежал, еще больше замешался. Давайте-ка на него посмотрим. Тянется он отлично. Вообще не рвется. Несмотря на мои ожидания, все эти разные лизуны образовали прекрасную массу. Мы же тебе говорили. Но самое главное это то, что он очень тяжелый и очень большой. В нем получилась куча всяких штучек. Смотрите, какой он огромный, ребят. Отличный хэллоуинский слайм. Огромный страшный лизунчик. Ну, не такой же он и страшный. Ну, нам нужно, чтобы он был страшный. Нет, он противный. Противный и страшный. Ну, ладно, ладно, как скажете, противный и страшный, так противный и страшный. Да, нам нужен именно такой. Интересно, если его попробовать на вкус. Юми, нет. Да уж, вот такая вот большая, толстая колбаска. Я такой слайм никогда в жизни вот в воздух не поднимала. Теперь нам в него нужно утопить вашего скелетона. Подставная жертва. Для духа Джека. Так все-таки для духа Джека, да? Да нет, нет, Аня, не слушай их, мы просто шутим. Засуну в рот этому скелетику слайм. Крутяцкий лизун на Хэллоуин. Ага, круто получилось, спасибо. Да не за что, я сейчас этого скелетика полностью в него спрячу. Замотаю, закатаю и сложу из слайма такой комок. И будет прикольно, когда он начнет растекаться, скелетон ручками, ножками или головой, короче, частями будет из него торчать и светиться. Готово. Ладно, Ань, спасибо за помощь. А когда будем отмечать сам Хэллоуин, я устрою вам крутой сюрприз и кое-что покажу. Раз сегодня не получилось. Хэллоуинский сюрприз. Ага, а сейчас пойду, пожалуй, поищу кису Алису. Вы точно не знаете, где она? Нет, без понятия. А то скоро стемнеет и ночь уже близко. Ну ладно, давай, пока, Ань. Можешь уже сюда не возвращаться. Да, мы тут все сами уберем. Круто, спасибо, пока. Ну что, пушистики, вы принесли мистеру Джеку подарок на Хэллоуин? Да, вот, как договаривались. Мерзкий и противный. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что это. О, какой приятный подарок. Приготовили мне маленькие зверушки. А теперь возвращай нам кису Алису. Да, мы исполнили договор. Ну, не знаю, не знаю. Достаточно ли вы задобрили злых духов? То есть ты нас обманул? Я так и знала, это нечестно. Сейчас я вам кое-что покажу. Смотрите. Что это? Это что? Что это? Это что такое? Ставь скорее лайк за следующую Хэллоуин серию и иди смотри ролик с питомцами со скрытой камеры на канале Magic Family. Ссылка в описании. Увидимся с наступающим Хэллоуином.